Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. А эти ссоры, это вам зайдут над рампой у огни. Театр, бог, чьи ангелы, актеры. Хоть может быть, не ангелы они. И я с этим соглашусь. Они не ангелы, но они наши актеры. Всем сердцем, всей душой хотят подарить вам праздник. Здравствуйте, дорогие мои! Спектакль «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого открыл неделю театра детям в Забайкальском краевом драматическом театре. Знакомые герои Мальвина, Пьеро, пес Артемон, папа Карло и Буратино вновь встретились лицом к лицу с Карабасом Барабасом, Дуримаром, Лисой Алисой и котом Базилио. Ну, я думаю, что «Буратино» — это такая замечательная вещь, которую я, например, по ней училась читать, по этой книжке. И поэтому нужно читать эту книжку, нужно смотреть фильм, он другой. А поэтому ничего же не читают уже, совсем забыли, как это делается. Пусть спасет нас от печали, от нужды излечит, будет с пением под шарманку топать по дворам. Ну, это чудная сказка такая вечная, мне кажется. Детский спектакль получился живой, эмоциональный и очень поучительный. Главное – учиться делать добро и не забывать о своих друзьях и близких. Все мы помним прекрасную историю о мальчишке, который, еще не зная зла и предательства, попал в совершенно нешуточный круговорот событий. Где ты видел и огонь, и котелок, и очаг, нарисованными на куске старого холста? Весь спектакль маленькие зрители очень внимательно следили за героями. Вместе с ними переживали и радовались успеху. А в конце сказки зал хором спел известную детскую песню «Буратино». Очередная премьера в театре удалась. Аншлаг и счастливые лица детей тому доказательство. Кажется, после спектакля все маленькие зрители оказались довольны просмотром. Мне очень понравился Буратино, Мальвина. Мне все режиссеры понравились, и они очень красиво сыграли роль. Мне понравилась драка кота лиса. Буратино очень смешной и интересный. Спасибо, Буратино! Спасибо театру! Анастасия Дрёмова, Илья Татауров. Специально для Забинфо.ру.